Кэшбэк позволяет возвращать часть средств. Часто он действует в избранных магазинах, а размер его невелик. Но есть и исключения. Карта кэшбэк от банка «Восточный». О ее преимуществах нам рассказали в самом банке. Карта кэшбэк позволяет вернуть до 10% от потраченного. Она пригодится автомобилистам, любителям онлайн-покупок, тем, кто часто ходит в кино и рестораны. Есть кэшбэк на коммунальные услуги и даже опция «Все включено» с кэшбэком 2% абсолютно на все. Максимальный лимит по карте кэшбэк до 400 тысяч рублей. При этом на каждую покупку действует беспроцентный период до 56 дней. Если деньги вернуть на карту в этот срок, никаких дополнительных процентов не начисляется. Карта сегодня – основное платежное средство для многих из нас. Поэтому, выбирая ее, проверьте, дает ли она вам максимум полезных возможностей.